Почти безнадежный занос произошел на новом мосту. Девушку на гранте замотало из стороны в сторону, но аварии чудом не произошло. Как это было в рубрике «Видеорегистратор». Не пострадала сама, и автомобиль сберегла дама на Ладе на новом мосту. Во время опасного заноса между бампером гранта и отбойником оставались считанные миллиметры. В итоге аварии не произошло. Девушка продолжила путь, но ехала уже максимально аккуратно. Не стал опережать, а решил обогнать фуру на повороте бесстрашный водитель «Фольксвагена». На запрещенном участке улицы Боровского он выехал на встречную полосу. Но то, что контакты-то мы одни, что ли, Еще один нарушитель выехал на встречную полосу на улице Пугачева. Видимо, он очень торопился, что поехал против движения. В Кирово-Чепецке тоже очень торопился, но медленно ехал и со встречной полосы укатил на красный сигнал светофора шофер на 12-й. На поторе видно, что нарушитель еще и возмущался. Мастер перестроения на Ниве «Шевроле» едва не попал в ДТП на улице Красина. Объезжая автобус, водитель не посчитал нужным посмотреть в зеркало и включить сигнал поворота. На улице Производственной водителю «Тойоты» было лень объезжать ограждение. За бензином он поехал по короткой дороге по тротуару. Михаил Вагин, место происшествия.